Зальцбургский семинар, пусть и имеет неформальный статус Европейского форума по решению глобальных вопросов, позволяет, основываясь на солидном опыте международных экспертов, давать советы специалистам в разных областях. В этот раз речь шла о вопросах образования, поэтому в наш город прибыли руководители Мидлбургского колледжа из США, Центральноевропейского университета из Венгрии, а также Департамента стратегического планирования и координирования программ фонда Карнеги. На сегодняшний день партнерами Зальцбургского семинара являются около 120 университетов СНГ и 60 вузов стран Центральной и Восточной Европы. Консультанты этой программы предлагают помощь в административном усовершенствовании системы университета и разработке рекомендаций стратегического развития. Самые актуальные темы, которые будут обсуждаться в течение ближайших 4 дней в Одессе – финансирование, внутриуниверситетское руководство, потребности студентов и передовые технологии.